Привет всем, с вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Gravel. Это оффроуд гонки, которые вышли буквально 2 дня назад. Сегодня на момент записи 1 марта, то есть они вышли 27 февраля. Игра очень свежая, поэтому мы не можем пройти мимо нее. Тем более в наше время очень мало выходит гонок, на которых можно действительно погонять с удовольствием, эти звуки машин, ну, наверное, скорее всего, приближенные к реалу. Значит, я немножко поиграл в эту игру, покатался, настроил под себя управление, потому что изначально было газ это W, точнее, газ это было A, потом тормоз это было Z, лево-право это было стрелками, это было очень неудобно, как по мне проще, когда, к примеру, на VSD управление. Значит, давайте, есть режим карьеры, конечно, есть режим кастомизации автомобилей, можно покупать разные известные марки, как типа там Subaru, Toyota и так далее, так далее, так далее. Давайте мы просто с вами проедемся в свободную гонку. Есть карты тут, видите, Аляска, Намибия, потом Тихий океан, где-то, короче, там в горах. Морозный пик, есть куча стадионов, там Флорида и так далее, так далее, так далее. Некоторые трассы для меня еще закрыты, вон Лас-Вегас, потому что я еще, наверное, их не прошел. Есть 4 вида оффроуд машин, которые там по бездорожью в горах, которые там, к примеру, участвуют на гонках по стадиону и так далее. Давайте проедем, наверное, по Аляске. Значит, у нас здесь дистанция 7,2 километра. Нужно приехать чекпоинты просто и, соответственно, приехать первым, то есть никаких кругов нету. Все очень просто, все очень обычно. Давайте возьмем ее. Значит, из выборов у нас есть Subaru, Mitsubishi, Pajero есть, Pajerik. Не знаю, какая-то хрень. Porsche. Ну, Porsche, к примеру, к этой карте не подойдет, потому что он слишком скоростной и ну, он явно не для езде по Аляске. На каком-нибудь, к примеру, треке можно на нем выгорцовывать. Но давайте, наверное, возьмем Subaru. Да, давайте, наверное, Subaru. Подтверждаем и поехали. Я надеюсь, подлагивать не будет. Игра, считайте, очень новая. Я выставил настройки на среднее. Если будут маленькие фризы, прошу меня извинить. И, кстати, ребятки, не забудьте поставить лайк. Уж простите, что видео так выходит нечасто. Когда-нибудь я с этим справлюсь, и они будут выходить чаще. Пишите обязательно комментарии, как у вас дела, что у вас нового, во что вы играете. Если вы смотрите игры по, точнее, видео по играм, мы обязательно во что-то должны играть. Играли ли вы в новые игры, которые выходили, к примеру, Kingdom Come? Кстати, мне игра очень понравилась, хоть я проиграл в нее около часа, наверное, но атмосферненько, очень атмосферненько. Так, здесь есть разные возможности видов обзора, начиная от первого, третьего лица, потом вид с капота, чуть ли там не вид сверху, вид с фары и так далее. Начинаем сразу как бы наваливать на Субарике. Надо обогнать на Мерфи и Скотта. Пацаны не знают, с кем они связались. Лично мне в этой игре, когда я играл без записи на ультра настройках, очень симпатичная, красивая игра. Никаких фризов в плане оптимизации или там каких-то недоработок, знаете, что там какие-то глюки, фризы. Ну, по крайней мере, я не видел, хотя я отыграл совсем немного. Я прошел в гонке 4, наверное. Но, не знаю, картинка порадовала очень. Также порадовал очень звук двигателя. Вот эти выхлопы, отсечки, ну, не знаю, очень... Я, конечно, не сильно большой профессионал в гонках, но... Мне как бы составило, ну, такие оставило, точнее, приятное впечатление в игре. Наверное, если будет смотреть какой-нибудь любитель гонок, обязательно нужно в нее поиграть. Давайте немножко покатаем от первого лица. Надо было немножко мне не кататься, потому что я пропустил чекпоинт. Меня вернули обратно. Так делать нельзя. В начале игры вам рассказывал, что нужно обязательно прожать на чекпоинт, и сам тупанул. Это потому, что я решил покататься видом от первого лица. Больше такого делать не буду. Хотя уже, наверное,
Мы придем последними, скорее всего. Я, в принципе, почему не люблю гонки? Ну как не люблю? Мне на них долго не хватает, потому что, к примеру, кольцевая гонка. Ты едешь 5 кругов из 5. Едешь постоянно первый. То есть ты вначале всех вздрючил, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, заговорился. Вот ты вначале всех вздрючил и держишь первую позицию. 5 кругов едешь первым. Летишь, 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 летишь. И потом буквально тебе остается 2 поворота до финиша. На одном из поворотов тебя заносит. Ты как дурачок врезаешься в стенку. И тебя обгоняют все, абсолютно все 12 там гонщиков, которые ехали сзади тебя, включая самого последнего. И ты приезжаешь последний. То есть ты 5 кругов, долгое время едешь первый. Почти видишь финиш, почти к нему доезжаешь. Из-за одного малейшего затупа, то есть ты всю гонку поехал идеально, из-за малейшего затупа ты подъезжаешь, врезаешься в стену и рушится все. Меня начинает бомбить пукан, и, конечно же, я после этого момента перестаю играть. Но вот сейчас я, видите, из-за одной ошибки с чекпоинтом повыпендриваться решил. Включил вид от первого лица и пропустил чекпоинт и проиграл, соответственно. Ребятки, игра, значит, можно приобрести ее в Стиме. Я ее, конечно же, приобрел в своем любимом магазине по цене интернета, но в любом случае, если вы фанат гонок, купите эту игру, поиграйте в нее. Мне кажется, она вас не разочарует. Если же вы не фанат, но хотели бы посмотреть, тогда можете купить ее в интернете по цене интернета, конечно же. А с вами был Росси. Спасибо, что вы посмотрели то, как я пророковал. Как я своими кривыми руками только что угробил свою карьеру гонщика в самом начале. Не забывайте подписываться на наш канал, если вы вновь прибывший. Ставьте лайки или дизлайки. Обязательно ставьте свои комментарии. Ребята, расскажите, как вы. Давайте общаться. И спасибо, что вы остаетесь с нами. Всем пока и до скорых встреч.